Ульяновске состоялось очередное заседание правительства. Главной темой обсуждения стали итоги инвестиционного форума «Сочи-2017». По словам премьера Александра Смекалина, ульяновская делегация, возглавляемая губернатором Сергеем Морозовым, плодотворно проработала на деловой площадке. Был проведен целый ряд переговоров в сфере привлечения новых компаний. Очень большой интерес сейчас вызвала информация о получении городом Дмитровградом статус территории специально приезжающего экономического развития. И был проведен целый пул переговоров в части того, что компании очень активно интересуются возможностью размещения своих производств на этой территории. И я думаю, что буквально в ближайшее время мы выйдем на целый ряд соглашений с этими компаниями. Наряду с вопросами делового климата и инвестиционной привлекательности, большое внимание уделялось вопросам развития человеческого потенциала, подготовки кадров, формированию новой концепции, развития высших учебных заведений и дополнительного образования. Впервые очень серьезно обсуждался на инвестиционном форуме, вот чтобы все понимали, да, вопрос о содержании школьного образования. Причем это был такой шаг с Задорожским форумом, где с большим докладом выступала Ольга Юрьевна Голодец и говорила именно в контексте раннего вмешательства в становление того, что потом необходимо для превращения человеческого капитала. И здесь то, что регион участвует во всех больших проектах, связанных с развитием школьного образования, созданием новой школьной среды, дополнительное образование и так далее, ну, в общем, очередные векторы, очередное подтверждение правильности пути мы получили, но плюс к тому есть, опять-таки, необходимость корректировок. В завершении заседания рассмотрели вопросы о внесении изменений в статьи некоторых законов и отдельные законодательные акты региона. Внесение изменения в градостроительный устав Ульяновской области позволит существенно снизить существующие барьеры в оформлении объектов связи, предназначенных для размещения средств подвижной радиотелефонной связи высотой до 75 метров, в результате чего население Ульяновской области получит возможность доступа к широкому комплексу телекоммуникационных услуг связи. Словам специалистов, это позволит с наилучшим эффектом реализовать стратегические направления социально-экономического развития региона. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.